Я уже рассказывал вам о кораблях-призраках, история которых будоражит ум. Но историй таких кораблей так много, что хочется рассказывать их снова и снова. У каждого судна была разная судьба, но всех их объединяет трагедия, которая становится необъяснимой тайной на нити истории. И в сегодняшнем видео я расскажу вам еще о 8 кораблях-призраках, которые волей судьбы теперь навсегда остались бороздить воды морей и океанов. Хай-М6. Этот корабль-призрак, как сообщается, покинул порт на юге Тайваня на 31 октября 2002 года. В дальнейшем, на 8 января 2003 года, эта индонезийская рыболовецкая шхуна Хай-М6 была обнаружена дрейфующей, без экипажа, возле Новой Зеландии. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов 14 членов команды так и не удалось обнаружить. Капитан, как сообщается, последний раз выходил на связь с судовладельцем Цай Хуан Чуэр в конце 2002 года. Как ни странно, единственный член экипажа, который объявил позже, сообщил, что капитан был убит. Был ли это мятеж и каковы его причины, неясно. Первоначально весь экипаж пропал без вести, и когда судно было обнаружено, никого не нашли. По результатам расследования признаков бедствия или пожара на корабле не имелось. Тем не менее, говорили, что это судно могло перевозить нелегальных иммигрантов, что тоже ничего не объясняет. Призрачный галеон. Легенды об этом корабле начались в конце 1800-х годов, когда он был построен. Судно собирались построить из дерева. Оказавшись в море среди льдов, деревянный корабль вмерз в часть айсберга. В конце концов, вода начала прогреваться, погода менялась, теплела, и айсберг потопил корабль. Белый флот искал свое судно в течение всей зимы, каждый раз возвращаясь в порт ни с чем под покровом тумана. В какой-то момент потеплело настолько, что корабль оттаял и отделился от айсберга, и поднялся на поверхность, где его обнаружил экипаж белого флота. К сожалению, экипаж галеона погиб, останки корабля были отбуксированы в порт. Октавиус. Один из первых кораблей-призраков. Октавиус стал им, потому что его экипаж замерз в 1762 году, а корабль дрейфовал еще в течение 13 лет с мертвецами на борту. Капитан пытался найти короткий путь из Китая в Англию через северо-западный проход, но корабль затерло льдами. Октавиус оставил Англию и направился в Америку в 1761 году. Пытаясь сэкономить время, капитан решился следовать неизведанным на тот момент северо-западным проходам, который впервые был успешно пройден лишь в 1906 году. Судно застряло в арктических льдах. Неподготовленная команда замерзла насмерть. Обнаруженные останки говорят, что это произошло достаточно быстро. Предполагается, что некоторое время спустя Октавиус освободился от льдов и с мертвой командой дрейфовал в открытом море. После встречи с китобоями в 1775 году корабль больше не видели. Английское торговое судно Октавиус было обнаружено дрейфующим к западу от Гренландии 11 октября 1775 года. На борт поднялась команда с китобоя Уоллер Хэральд и нашла весь экипаж замерзшим. Тело капитана было в его каюте. Смерть застала его в момент записи в бортовой журнал. Он так и остался сидеть за столом с пером в руке. В каюте были еще 3 окоченевших тела: женщина, завернутая в одеяло, ребенок и матрос. Абордажная команда китобоя покинула Октавиус в торопях, забрав с собой только бортовой журнал. К сожалению, документ настолько пострадал от холода и воды, что прочитать можно было только первые и последние страницы. Завершался журнал записью 1762 года. Это означало, что судно дрейфовало с мертвецами на борту на протяжении 13 лет. Корсар Дзюк де Данцик. Этот корабль был спущен на воду в начале 1800-х годов в французском Нанте, и вскоре он стал корсаром. Корсары – это частные лица, которые с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооруженное судно с целью захвата купеческих кораблей неприятеля, а иногда и нейтральных держав. То же название применяется к членам их команд. Понятие «корсар» в узком смысле используется для характеристики именно французских и османских капитанов и кораблей. Корсар захватил несколько судов, некоторые были разграблены, часть отпущена на волю. После захвата малых судов, чаще всего корсар покидал захваченные суда, иногда устраивая пожар на них. Загадочным образом этот корабль исчез в 1812 году. С тех пор он стал легендой. Считается, что вскоре после таинственного исчезновения этот корсар мог быть крейсером в Атлантическом океане или, возможно, в Карибском бассейне. Ходят слухи, что его мог захватить британский фрегат. Наполеоновский Гальего сообщал об обнаружении этого корабля, дрейфующего в море совершенно бесцельно. Причем палуба была покрыта кровью и устлана трупами экипажа. Тем не менее, не было видно никаких внешних признаков повреждения судна. Команда фрегата якобы нашла и забрала бортовой журнал, весь в крови капитана, а затем подожгла этот корабль. Шхуна Дженни.
Утверждается, что шхуна Дженни, изначально английская, покинула порт на острове Уайт в 1822 году для антарктической регаты. Путешествие должно было проходить вдоль ледяного барьера в 1823 году. Затем планировалось добраться до пролива Дрейка. Но британская шхуна застряла во льдах пролива Дрейка в 1823 году, а обнаружили ее только через 17 лет. В 1840 году на нее наткнулось китобойное судно под названием «Надежда». Тела членов команды Дженни хорошо сохранились из-за низких температур. Судно заняло свое место в истории кораблей-призраков, а в 1862 году попало в список издания «Глобус» — популярного немецкого географического журнала тех времен. Сибёрд. Большинство встреч с кораблями-призраками – чистые выдумки, но были и вполне реальные истории. Потерять судно или корабль в бесконечности Мирового океана не так-то и сложно. И еще проще потерять людей. В 1750-х годах Сибёрд было торговым бригом под командованием Джона Хаксхэма. Торговое судно село на мель в районе штата Род-Айленд, на Истон-Бич. Экипаж пропал неизвестно куда. Судно было оставлено им без каких-либо объяснений, а спасательные шлюпки пропали без вести. Было сообщено, что корабль возвращался из плавания из Гондураса, перевозя товары из южного полушария в северное, и ожидалось, что оно прибудет в город Ньюпорт. При дальнейшем расследовании на заброшенном корабле обнаружили кофе, кипящий на плите. Единственные живые существа, которые были обнаружены на борту, были кошка и собака. Экипаж загадочным образом исчез. Изложение истории судна было записано в Уилмингтоне, штат Делавэр, и попало в новости издания Sunday Morning Star в 1885 году. Мария Целеста. Мария Целеста – второй по популярности после летучего голландца. Корабль-призрак, правда, в отличие от него, действительно существовавший. «Амазонка» – так сначала назывался корабль – пользовалась дурной славой. Судно много раз меняло владельцев. Первый капитан погиб во время первого же плавания. Затем корабль выбрасывало на мель во время шторма. И, наконец, его купил предприимчивый американец. Он и переименовал «Амазонку» в Марию Целесту, считая, что новое название избавит корабль от неприятностей. Когда 7 ноября 1872 года судно покинуло порт Нью-Йорка, на борту было 13 человек. Капитан Брикс, его жена, их дочь и 10 матросов. В 1872 году корабль, следовавший из Нью-Йорка в Геную с грузом спирта на борту, был обнаружен судном «Деи Грация». Без единого человека на борту. Все личные вещи экипажа были на своих местах. В капитанской каюте стояла шкатулка с драгоценностями его жены и ее же швейная машинка с неоконченным шитьем. Правда, исчез секстант и одна из шлюпок, что позволяет предполагать, что команда покинула судно. Корабль был в нормальном состоянии, трюмы забиты едой, груз не тронут, но никаких следов команды обнаружено не было. Судьба всех членов команды и пассажиров полностью покрыта мраком. Впоследствии появлялись и были разоблачены несколько самозванцев, выдававших себя за членов экипажа и пытавшихся нажиться на трагедии. Чаще всего самозванец выдавал себя за кока корабля. Британское адмиралтейство провело обстоятельное следствие с подробным обследованием судна, в том числе и ниже ватерлинии, водолазами и тщательным опросом очевидцев. Именно материалы этого следствия и являются основными и самыми надежными источниками сведений. Правдоподобное объяснение произошедшего сводится к тому, что экипаж и пассажиры покинули корабль по своей воле и отличаются только в толковании причин, побудивших их на такое решение. Гипотез множество, но все они только предположения. Крейсер USS Salem. Крейсер USS Salem был заложен в июле 1945 года в Bethlehem Steel Company Quincy Yard, спущен на воду в марте 1947 года и вступил в строй 14 мая 1949 года. В течение 10 лет корабль служил флагманом 6-го флота в Средиземноморье и 2-го флота в Атлантике. В 1959 году корабль был выведен в резерв, в 1990 году его вывели из состава флота, а в 1995 году тот открылся для посетителей в качестве музея. Сейчас USS Salem стоит в доке в Бостоне, штат Массачусетс, в Квинси-Харбор. В Бостоне, одном из старейших городов Соединенных Штатов, для показа выставлены несколько пугающих исторических кораблей и зданий. Это судно, будучи старым военным кораблем, представляет собой сгусток истории, от мрачных достопримечательностей войны до гибели людей. Если у вас будет возможность попасть туда на экскурсию, вы сможете пережить острые ощущения и озноб от всех привидений этого корабля. Он получил прозвище «Морская ведьма», и по слухам, он такой жуткий, что вы можете почувствовать холод, просто глядя на его фото в интернете. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.